Анонс и точная дата выхода 49-й серии турецкого сериала «Доверенные». 49-я серия сериала будет в эфир 12 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Сихир узнала о том, что Яман собрался забрать Юсуфа и уехать вместе с ним в другую страну. Она не может поверить в то, что он хочет лишить ее племянника, и начинает высказывать свое недовольство Яману. Но ему это не понравилось, и он сказал Сихир, что никакая сила не сможет его остановить, и никто не разлучит с Юсуфом. Яман сказал Сихир, что иногда ради ребенка приходится принимать сложные решения. Ну а затем уже будет понятно, какие от этого появятся последствия. Сихир уже начинает жалеть, что спасла Ямана, ведь теперь он сможет разлучить ее с любимым племянником. Больше всего Сихир переживает из-за того, что когда ей станет лучше, то Яман причинит ей большую боль. Игбель не собирается оставаться в стороне от происходящего, и она намерена нарушить все планы Ямана. Самое главное, чтобы она успела и Яман что-нибудь не натворил. Зухаль смогла узнать, где находится Яман и Юсуф, и она передала этот адрес Игбель. Игбель сразу же позвонила социальным сотрудникам, направила их в тот самый дом и сказал им подать жалобу в полицию. Сихир пошла прогуляться с Юсуфом, и она стала интересоваться у него, с кем бы ему больше хотелось остаться, с ней или же с дядей. Напомним, 49-я серия сериала выйдет в эфир 12 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.